Я, Кокорин Валерий Григорьевич, родился в городе Владимире на улице Кассирин, переулок, дом 2, в 1930 году. Учился в средней школе и, не доучившись, я поступил в изо-студию, который преподавал замечательный академик Николай Петрович Сычев. Я провел в этих болотах, вот рядом с Косем переулком, там как раз Медушевская такая у нас была, название места, где болотце, там и лыбедь течет, и там все. И мне очень нравилось. Там и какие-то караси велись, там лягушек очень много было, тритонов очень много было. Все детство почти я там вот копался в этих болотах. Но это было, по-моему, до второго или третьего класса. Потом это я все равно этим увлекался, и увлекался даже до самой средней школы я увлекался. Про отца расскажите. Отец был в Великую империалистическую войну. Он воевал и попал в плен в Германию. Попал в плен, это к концу войны, и работал там Круп завод, я помню, Круп, вот, работал там, и, ну, тут много очень, что он там выучился сапожником, выучился всем это, вот. Говорит, чтобы обеспечить жизнь, он стал подрабатывать. Немцы там носят своих дамочек там и туфельки, и сами немцы там, ботинки, это все это он ремонтировал. И все, вдруг в России революция. Революция, и там
В общем, правительство, Владимир Ильич, это правительство, это, значит, обратилось к германскому правительству, что вот этих военнопленных освободили. И обмен был, то, что было в России, немцы были, какой-то произошел обмен. Это как он рассказывал, я это точности вот этих я не знаю даже. Вот он из плена вернулся, привез там что-то, я не знаю. Очень много этих каких-то денег старых, этих царских, что в то время уже они, говорят, мы когда приехали, там даже все посмеялись, чуть не сундук полезли. И, в общем-то, когда там стали проверять, естественно, что раз на границе там, то они так взяли вот так вот, и, ну, просто подкидывали, но уже не было царских этих денег. И, в общем-то, он говорит, я приехал только, говорит, с молотком, с клещами, ну, и с шилом, говорит, ну, и немного, говорит, метров этой... ну, шить-то этот как... Дратва. Не драпа, а... Дратва. Дратва, да, вот это. Как это называлось? Концы, концов привез. Это. То есть концы, это уже это... Драпа, это они покрывали, ну, вот... Я забыл. Гудрон, не гудрон, варом покрывалось это, все это, все это. В общем-то, вот единственное, что осталось, остальное все конфисковали. Приехал он сюда, приехал к брату, вот здесь вот недалеко, вот. Ну, тот тоже посмотрел, знаешь, Григорий, что с тебя взять? А у них голоса были. И у старшего брата, у среднего был тенор был, но ну, слабый был. И у отца тоже тенор. Так давай в собор. А старший брат... Значит, он уже пел в соборе. Ну, это, значит, его утащил. И он очень долгое время пел в соборе. Потом он женился вот на моей матери. Вот Овсянниковой. Вот тут улица. Ну, и вот нас произвели. А про мать расскажите. Вот мать... Она такой какая-то не купеческая, а еще тут ниже такая вот. Ну, зажиточная, но не купцы, а зажиточная такая вот. Семьи. В общем, они жили на Никольской. Первая Никольская это называлась улица, она и сейчас называется. Так. Ну, вот нас, вот отец взял ее, мать. Взял. Так она никто она, в общем, так какое-то определение сделать, такого-то я не знаю. Ну, как вот была в девках тогда, когда что-то, и все. Вот так вот. Ну, значит... Так как отец уже в соборе пел, то, естественно, мать тоже ходила в собор, там это все это было. Ну, появились мы, вот старший брат Геннадий, там я появился на свет. Так вот жили. Отец занимался сапожником. Так он, как вот в Германии получил это, так он все время и занимался. Но... Работал он на железной дороге. Вот, после, значит, так как
Так у него были, у него же были ранения еще вот эту войну, вот эту империалистическую. То он, значит, был он, значит, этим, ну, связующим, сцепление паровоза и вагонов, сцепщиком, по-моему, был он. Вот. Мать работала уже в горкоме. Вот. А сек-курьер была. А мы... Брат учился, а я... В это время было, вы знаете, голодное время было очень. И, конечно, мы с ватагой мальчишек, которые были в переулке, Костерном переулке, и тут рядом другие, значит, улицы скапливались, и все, значит, когда только сходила большая вода, сразу туда, на озера и в поле. Рвали первые побеги и ели. В каком году? Это был 41-42 год. А вы помните, как война началась? Помню, как объявление было. Помню, там, по-моему, выступал Молотов. Вот. Что-то напомнит. Орды, гитлерские орды, там, что-то. Война. Все тут, конечно, тут же все это. Да и в городе нет. Я не говорю там о семье. И город, и семье. Все сразу это... Сразу все стало пересматриваться. Там это что туда, это сюда, это нужно. На утро сразу телеграмма отцу. Не телеграмма, а это пришел, значит, связной какой-то, что сразу его на станцию. Вот там уже готовились эти составы. Вот он был со составом Кручка, а потом он, по-моему, да, с Кручиком так он и был. Вот, мать сразу, тут, значит, ее в горком. Ну, а нас куда? Пока мы в школу-то не ходили. Ну, что все это развалилось, к черту. Это, по-моему, через неделю только мы пошли в школу. Только, наверное, через неделю что-то. Я не помню. Это 41-й. Да, через неделю пошли. И опять что, приходим, а все не только вот мы свои вот тут в атаге, а и все классы, и все тоже здесь промыслом занимались. А каким? Это вот где-то на озерах вырывали, там вот эти все травки, и все питались. И это продолжалось года 3, наверное, 4, так вот. Продолжал. Ну, все научились так вот. И говорю, что не очень-то, а так как-то. Пораньше всегда сбегали с уроков, потому что все голодные были, пищали. Ну так это, я грубо говорю, ну так это. Все ждали, потому что надо, вроде хорошая погода, надо сразу туда идти, в пойму бежать. Там чего-то нарвать, что-то наесть, так вот чего-то. После этого я переключился, да, я что-то начал рисовать, да, рисовать начал. Делили хлеб. Вот это я помню. Брат ходил, стоял в очереди за хлебом. Сразу были колоссальные очереди. Это я помню, потому что однажды я с ним ходил. В каком году? Это в 41-м, только это, наверное, так вот в середине 41-го года это было. Потому что я помню, это уже было так к осени что-то. И вот, значит, стояли за этим хлебом.
Вот. И когда шли, и чуть-чуть так все время крошечки мы вырывали оттуда, крошечки, чтобы... Ну, приходили, тут же разрезалось, ну, все съедалось. Да. Ну, отец все время, он почти был всегда на железке, как он говорит, да, и мать говорила, он на железке, и придет ли нет, мы не знаем. В общем-то, в большинстве мы все время втроем. Я с братом и мать. Но мать тоже уходила уже, она к 8 часам уходила. У отца бронь была? Бронь, да, бронь была. Ну, а потом он же прошел войну, и у него какая-то... Он же пел-то, я говорю, что он пел. И в соборе пел, вот, со старшим братом. И у нее все равно, что-то у нее с ногой было. У нее, по-моему, бронь была. Знаю, что у нее сталинский ударник он был. И знаю, что вот такой вот пятачок, поменьше пятачка, вот с 3 копейку. Вот как зеркало внутри, такой был какой-то... Но не орден, а просто чёрт знает какой-то. Вот. И там Иосиф Виссарионович Сталин. Там зеркальная какая-то металлическая, там шлифована. И вот нарисован там, значит, это Иосиф Виссарионович Сталин. Это сталинский ударник отец получил. Ну, тут вот, значит, он... краюшку лишнего хлеба поел. Тут потом 42-й уже, 43-й. А диверсанты были здесь? А? Диверсанты были? Диверсантов нет, по-моему, не было. Это не что-то такое. Но всегда сообщали, что где-то что-то случалось. А так, чтобы... Ну, если бы я был взрослый, я бы вникал бы там в каком-то городе там. Ну, мать она ж не будет, что ли. А брат, он все время учился, а потом тоже на какие-то их тоже убрали. Что-то они там все лето были. Вот, что они занимались чем-то, я не знаю. Тут какой-то... Семьи-то, в общем-то, ее и не было как таковой. Так вот, собираюсь так вот, если выходной, или вот кого-то как, или отца отпустят там что-то такое. Даже мать, ну что она, всех курьер там, ну, горком там. И то вот ее на 3, на 4 иногда дня горком ее не отпускал. Там что-то какие дела. Ну, там прибежит она, что-нибудь сделает, сварганит. И опять уходила. А госпиталя здесь были? Были. Вы ходили в госпиталь? Нет, не ходил. А раненых видели? Видел. Они ходили раненые. Вот кто мог ходить, они по улицам ходили. Вы общались с ними? Общались. Что они рассказывали? Они ничего не рассказывали. Чего-то вот... Еда, нужна еда. Вот кто, у кого есть что такое? Кто там краюшка хлеба или чего-то такое? Вот. Ну, какие-то рассказ был, знаете, когда? Это когда уже немцев погнали, и очень много было пленных. Они рыли от... водокачки, и вот туда, на север, к тракторному заводу рыли котлован эти, не котлован, а вот траншеи рыли туда. И вот я помню, что отец, он все время бегал, а там подкармливали немцев, ну, тут население, ну, там кусок кому-то такое. И вот он все время, помню, бегал и ему говорил, что вот он был в Германии, им такого куска никто не давал. Вот это я тоже помню. Вот это. Но после как-то это все, это,
чем дальше, уже к концу войны, то какое-то послабление уже пошло. Тут большой концлагерь-то был, от Кассейн переулок, 200 метров, наверное. Тут большой концлагерь был. Тут уже немцы ходили, собирали эту крапиву, собирали уже почти без проводника. И вот отец часто с ними разговаривал. Так вот. Какой-то обмен они там что-то делали. Я точно это не знаю. Немцев есть, но что-то вот. Ну, отца им всегда там что-то это у него, кожа или там что-то такое. Для ремонта. Там сапог или каких туфель, или черт тебя знает. Вот. Что-то из этого все время у них такое. Вот это вот такая вот была вот моя жизнь такая молодая. Потом это все закончилось, война. А зиму как переживали здесь? Холодно было? Мерзли? Не то слово. Расскажите, как вы... Выживали зимой. Как у тебя? Дрожали. И есть нечего было. Это я помню хорошо. Это все помнят. Да все россияне помнят. Расскажите, как вам холодно и голодно было? Холодно. Чё? Ведь ни шуб, ничего не было. А это же был стёганка. Мать там вот что-то из старья вот сделает вот какой-то вот. Подошьёт. И все. Еще это вот какая-то рубашка такая. Вот мороз, и в школу такой бежишь. Вальник не было, а тоже какой-то. Какие-то там ботинки какие-то старые. Отец что-то поможет там, что-то возьмет, что-то подобьет там, как-то сделает. Вот таким путем. А освещение какое было? Освещение было лампы керосиновые. Свечей не было, лампы керосина. А керосин где брали? Продавали. Кто за керосином ходил? Керосин ходил, я ходил, брат ходил за керосином. Далеко? Вот примерно вот здесь вот, чуть-чуть вот в том переулке. Вот просто подъезжала, тут машина, увозят большой тут у них тут бак этот такой здоровый. Вот и тут же они, знаешь, а очередь уже заранее, уже с ночи стояла там. На холоде, да? Да, мы вставали, мать будила, часа в 3-4 будила. Вот, и больше как-то мне это все это, потому что брат тут учился уже в техникуме, тут что-то все серьезно. А тут я, значит, бегом с этими и очень занимаюсь. Сколько литров давали? По-моему, 3 или 2 литра. На человека, да? На человека. Сколько стоило? Вот это я не помню. Вам деньги давали, вы покупали, да? Да, давали деньги. Вот мать мне сразу вот она завернет, скажет, вот ты отдашь эти деньги. Держишь их вот так и не разожмешь, разжимаешь только когда отдаешь. А какие там, чего там? И все время только посмотришь, как бы не разогнулись эти пальцы. Вот. И все, отдаешь. Там сразу и тут же тебе наливают, и ты бежишь домой. На самках катались? На самках. Некогда было, да? Что-то не помню. Нет, какие-то были санки, но это редко какое-то. Может, раз-два, может, за все время. А так как-то... Да нет, вот на лыжах, на какие-то старенькие лыжи, вот я на лыжах катался. Я помню, катался на лыжах. Вот тут как раз у нас вот где-то... Никиту Мученьку, вот эта церковка стоит. И здесь овраг такой вот, спуск. Вот так на нем катались. А мальчишки дрались между собой? Дрались еще как. Жестокие были? Ой, что-то.
А расскажите случай какой-нибудь из жизни, в того времени. Какой-то случай меня поколотили здорово. Вот какой-то мальчишки, вот, по-моему, они отсюда были. И я даже вот не помню из-за чего. А вот как раз вот на лыжах катались и спускались. Вот. Я как-то раз, ну, в общем-то, один раз упал. А все время как-то у меня что-то получалось, что это не... Может быть, из-за этого. Они сначала смеялись, а потом что-то на меня так, что-то такое. Но не, даже ни за что, ни про что. Просто отмутозили меня, и все. А как били? А? Как били вас? По-всякому. Пинали даже? И пинали, конечно. Ну, конечно, там, я помню, там Вовка такой вот был, вот здесь он верзил такой, он как дал мне, я сразу скопать сразу вниз туда. Он старше вас был, да? Да, что-то он ему, может, наверное, лет 13-15 был. Вот такой он был. Ну, такой плотный парень. Он на фронт не попал? Нет. Я потом не видел, потому что тут переселяли, все, что-то такое. Может, посадили его? Может, потому что вот до сих пор этих всех ребят, которые... Я не вижу. Вот то, что были все эти ребята, никого не вижу. Вот с нашей улицы никого нет. Вот только я вот служил, в Кривом Роге, в десантном, то вот как раз один был с нашей улицы. Вот один. Как раз там мы с ними встретились. Больше что-то не было. А воровство было? Нет, по-моему, это я... Ну, по мелочи. Приходил чем-нибудь воровать, там, яблоки или еще что-нибудь такое? Ну... В детстве все-таки... Не, ну, конечно, по этим... лазили. Безусловно, тут и... А как вы, все эти в колючках все оббивались от забора-то? Чтобы не лазили-то. Это что-то днем так вот смотрели... Где чего, где укрепление потише, поменьше, и где можно, ну, где тихонько потрогаешь, как это. А вот как сумерки, ну, тут где собаки, конечно, попадало. Но все равно лазили. Что, кусала собака? Ну, кусала, конечно. Расскажите, как это было? Ну, только подходишь, там как, бегом все, сразу рассыпную, и кто куда, кто что увидел. Кто там, может, ягоду увидел, кто-то что-то. Но обычно днем ты смотришь, где какие яблоки-то висят. Сразу видно, что которые созрели, ага. Ты уже себе отмечаешь, вот это я возьму. Вот это. И вот сразу, как только вот стемнело все, и пошло. Потихоньку раздвигали, отрывали с фомками такими, все запаслись металлическими штучками, так это. И все вот так раздвигали и туда. И сразу каждый знал, где чего сорвать, какое яблоко. А стрелять не стреляли? Нет, вот этого что-то собаки не было. Собаки только, да? Вот собаки были, а вот стреляли-то нет, не было. Что-то. А были случаи, кого-нибудь ограбили, там обворовали? Нет, что-то я не помню. Ну, какие-то слухи, обычно слухи, там, вот, ты знаешь, там, ограбили. Ну, это в городе это было, но всегда ведь это как-то воспринималось там где-то. Вот, если бы это было со мной или с соседом. Вот. Ну, расскажите такой случай, что вот где-то там было что-то. Кого-то ограбили, там, обворовали, магазин ли, ну, кассу ли взял кто-то. Ну, в городе это было часто. Во Владимире. Криминальная ситуация. Да, это была, да. И это было сообщение. Я даже помню, что даже сообщение это было и в призыве газеты, что там
вот такие-то, такие-то, вот таких-то, вот, значит, вот, вот залезли, обворовали, украли там чего-то такое. Это сообщалось. Даже по радио иногда, по Владимирскому радио, у нас такой вот был, знаете, круглый такой. Тарелка. Тарелка такая была. Вот по ним даже это вот было в 6, по-моему, в 8 утра или в 7 утра, и в 6 вечера был. Вот. И, значит, ну, репортажи были. Ну, это сообщалось там, ах, там, вот там-то, там-то, ну, ограбили магазин, там-там, или там, вот, значит, это, побили, или покалечили, там, кого-то, сторожа убили, там, вот, там, в кассу какую-то залезли. Это было, это я помню это. А дезертиры были у вас? Дезертир я не помню. Ну, вообще, понятие дезертир было там? Скрывали где-то дезертиры, видели дезертиры? В лесу где-нибудь дезертир был? Что-то я тут этого я не помню, что дезертиры были. Дезертиры все говорили, что вот там видели дезертиры, там видели, но я не видел. Ну, были такие разговоры, да? Разговоры были, да. Разговоры были. И особенно это было, это вот на Кусуновой горе. Вы знаете, тут, как вам сказать, это вот за Клязьмой. Увидите, может быть, вы ехали, там наверху была, да? Церковочка одна, еле-еле там на бугре там висит. Вот. Вот там говорят, что там задержали, вот там вот. Земля там, вот, была, да? Да, 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 да. Вот. А убийства были? Вот. Вот замороженных, что там замерзл, там или кто-то замерз. Вот это то, что вот сообщалось вот в кругу семьи, вот так вот мы вот говорили. Или то, что по радио все время, радио все время было включено. Вот. Или в газеты вот призыв, что там вот замерзли. То, особенно это по радио, потому что больше как-то радио. Потому что как-то вот говорить так, что замерзли тот-то, тот-то, другой-то, это надо видеть. А вот то, что только на слух. Однажды только я видел, это вот здесь вот рынок был, вот прям сзади туда. Вот. И вот на санках бабка везла, просто закрытый, чем-то накрытый, бабка везла. Все. Ну, там говорят что-то, да замерз там или что-то такое. Вот это один раз только я видел. А сводки информбюро вы наблюдали? Что происходит на фронтах? Ждали новости с фронта? Да как-то все ждали. А карта была у вас? Да. Смотрели, где линии фронта проходят? Да никакие карты, какие карты. Вот это только единственный репродуктор. Вот это и все. И везде на улице... Вот, как вот последние известия вот эти вот, все сразу народ вокруг, вот тут целые копии. А мы дома, вот так время 10, там сколько, 5-6. Софтбюро, да? Да, Софтбюро. И все уже тут слушают. Отец только иногда когда-то он был, говорит, это вранье. Это так не может быть. Вот это я помню, то, что это не может. Но когда там уже война, когда кончилась, тут уже с фронта стали проходить, тут байк очень много было. И то, что вроде мы вот это все пережили, то оказалось, что это ничего, этого не было. Что не очень так уж страшно на фронте это было. Ну, убивали там, ну чего такое. То в плен брали. То. Оказалось, что... Но внутри вот, внутри страны вот тут, вот это травкой питались. Вот так вот было. А у вас в деревне родственники были в это время? Нет. Нет, не было в деревне. А рыбу ловили? Это
Позже что-то такое уже я стал рыбу ловить. Это много-много позже. Это уже... Это что-то такое после войны это было. Все это после войны. Потому что тут на улице, в переулке, там такой рыбак, который он всегда нас всех пацанов брал. Вот. Ну так вот он любитель был. И всех нас вот возьмет, еще вот на Клязьме рассадит, ты здесь сиди, тут там сиди. Вот ловили тут. Но крупные я не ловил, у меня все какая-то такая вот. Тут кто-то ловил каких-то лещей, я отнес. Потом в армию. Нет, вы до армии доскажите, лучше приходилось работать вам во время войны. Работать, да, приходилось, я работал. Таскал ленту. Обмеры делали, вот эти улицы домов. Как эта контора наша называлась? Что-то я уже забыл. Геодезия? Геодезия, да. Да. Вот я там проработал года 3 или 4. Сколько вам лет было тогда? Это было... Это после 41-го года. Ильдо. Что-то я не помню-то. Да, по-моему, Ильдо войны это было, вот что-то. Что-то такое, не помню, но что-то вот промежуток, вот, или до войны там и войну, вот, наверное, вот такой промежуток, вот, наверное, был. Вот. Я помню, что это вот эти обмеры таскали, ленту, что-то, кричали, это столько там, кричит, это какой там, сколько метров, сколько, что это, так вот улица. Ну, вот такой геодезист, кто вот, работал. Я год 4, наверное, там проработал. А потом-то я вот и в армию сразу пошел, по-моему, после этого. Нет, вы расскажите лучше, как вы войну, то есть как вы мир встретили, когда объявили, что победили. Победу когда объявили, где вы в это время находились? Когда сказали «победа», где вы это слово услышали? Ты где? В Костерин переулке, где я услышал. Вы знаете, что со всех домов все это вышло, везде, где был огонь, где зажглись эти коптилки, все, кто с ними вышел. На улице это был вообще весь город был вот. В месиве какой-то. Кричали, плясали. Гармозения-то рвалась так вот. Вот такой вот. Вот какой-то, ну, черт тебе знает, какая-то свалка мне казалась все время. Ну, что, ну, особенно ночью, что не видно ни хрена. Но кто-то там что-то, фонариков тоже ведь не было, ни черта. У кого-то что-то, если есть, там что-то такое. Но самое главное, все горлопанились. Конец войны. Ура! Ура! Не кричали? Ну, конечно. Как же не кричать-то? Это же надежда какая-то появилась. Ну, все время вот вечером-то за стол все садятся, и все тут родители говорят, ну, что завтра будем, чем кормить я этих буду? А отец скажет, ну, чем? Ну, чайку попьют, водички попьют, там что-нибудь будет. Надо завтра дожить. Вот так все время было. Этот, я помню это хорошо. Ну, слушайте, война это ж. Сколько вам лет было, когда война кончилась? По-моему, было 13 лет, по-моему, мне было. Стихи не писали? Нет. Книги какие читали? Ну, книги про войну читали какой-то. Я помню, про войну читали. То, что выпускали, брошюры какие-то. Вот. Ну, то, что в школе.
Ну, вот я помню, там какие-то новые, значит, книги выходили, и вот, значит, читал, вот эта сторона читает, вот. Ну, там прочтет сколько-то одну главу тут на следующий. И вот так, ну, это какой-то вот час, вот один, вот между вот уроков вот один, вот, занимался, вот, какая-то вот новая книга, это все это. Вот это было. Особенно, и все это про войну было, все это про зверство, вот, особенно это зверство немцев это было. Вот этот не запомнился, это что, все, что как грабеж, это. А мы все фотографируемся, и как это все время делали, какие-то щиты, копии делали. Поясни особенно, да? Да, немцев бить будем. Сами между собой. Там с соплями уходили. Как снег сходил, сразу баталии. Да, сразу баталии. Стрелы, копья, мечи. Да, сразу же тут. А где у вас баталии были? Где вот вы? Улица прямо здесь вот. Вот здесь вот и туда вот подальше. А кто с кем бился? А вот улица на улицу. Копья были, стрелы, булки, стрелы. Вот стрел-то не было, а вот копья-то были. Вот. А щиты из чего делали? Как из фанеры. Вырезали вот так вот, фанеру вот и все. И тут две дырки, и тут с веревки туда. Вот, щит. И копье, да? И копье, да. Глаз-то никому не выкалывали? Ну, это там забивали это в конце-то. Забивали. Или гвоздь найдешь, там какой-то вот шляпку вот срубишь, туда забьешь. Или проволоку какую-нибудь так вот. Острие прям было? А? Острие было? Да? Нет, острия не было, а просто так вот забивали. Острие, тут я помню, был милиционер, какой он, вот. Ну, там их был на каждый какой-то несколько, 2-3, вот примерно 2-3 переулка или 3 улицы там. Ну, вот какой-то местный милиционер. И вот он как-то, вот он все время, если там идет какая-то вот стычка такая, ну, такая детня, как это, ура, значит, вот он, значит, следит, и там пойдет и посмотрит это. Ну, видит только это, заостренный. Он сразу берет его, и все, и в сторону. И вот ему читает лекции, что это та-та-та-та. Однажды меняют, а тот несет вот что-то. Ты, конечно, глупый, конечно, а если ты вот в глаз попадешь? Ты же человек, ты же не инвалидом будешь, он же видеть не будет. Ты что же делаешь-то? Вот такие вот это были случаи. Вот такое детство было. А поджиги делали? Нет, вот это... Пугачи, поджиги? Нет. Что, период это... у вас такого не было, да? Ну, где-то там было, вот особенно... Особенно вот за Лыбедью. Там были так немножко парни-то пожуковатые такие. Вот там это были так вот. Поджоги всякие, то что-то. Ну, какие-то опять это днем это там. Ну, где-то на усадьбы зажигали, там что-то такое. Ну, чтобы там дом горел, что-то такое. Нет, я имею в виду поджиг, это пугач, поджиг. Ах, это порох. Порохом это набивали это. Да, это, да. А сюда спичи. Да, да, да. Это называется поджиг, да. Да. Нет, это не поджиг. Это у нас поджиг назывался, а у вас как? Вот нет, только по-другому как-то. Черт, я знаю. Не пугач. А вот. Ну, не вспоминаю. А? Жиган еще называли. Нет, не было такого. Это просто вот как дело, как этот... Бробью набивали там, да, стреляли. Не, это уже был... Это уже дробовик, да, дробовик был, это нет. А здесь туда порох набивался,
А здесь пропиливался, вот здесь пропился. И туда под этот сыпали порох вот туда вот. Или так спичек и сюда, туда, сердце сюда. Вот. Или так вставляешь спиченку, и вот так вот. Тюк, вот. Вот такие были. А велосипед у вас был? Велосипед нет, нет. Мечтали о велосипеде? Конечно. А у кого был велосипед? Ну, был так вот, в таких интеллигентных семьях. Там было двое, наверное, вот Вавилов был. Вавилов. И еще вот я не помню, приехавший туда. Давали вам покататься? Нет. А свистеть когда научились? Свистеть. Как на улице голубей завел один, так вот научился свистеть. Он научил вас? Да я увидел так. Долго учились свистеть? Долго научился. Учился. Мне все смеялись надо мной. Вы поставили задачу научиться свистеть, да? Научиться. Но, по-моему, я и так не научился. Так вот тут язык сложишь, так свистнешь. Так. Постарше подойдет, варежкой закроет. Ну, еще раз попробуй. А помните, как замок лизали холодный? Расскажите. Замок? Замок. А что вы лизали-то? Лизали-то что? Кровь-то бежала с языка. Ну, замороженный замок лизали. Помните, обмороженный, ледяной. А зачем? Вот я спрашиваю вас, зачем? Кровь бежала еще с языка у вас. Да не было такого, чтобы это замок лез. Ну как-то не было. Все бы лизали, и вы лизали. Давайте рассказывать, как у вас было это. Да не помню. Санки, может, лизали? Обмороженный металл-то лизали где-нибудь? Нет. Нет. Такого... Никто не посоветовал вам? Хорошее нет. Дело, да? Нет, это... Мимо вас прошло, да? Да, это я что-то... Рогатки делали? А? Рогатки. Вот рогатки тут я делал. Да-да-да, рогатки. Тут устраивали мы такие состязания. Что тут? Ну, вот это было. Ну, расскажите про рогатки. Ну, как вот, где это доставали? Это тут где-то вот старые эти мечи. Вот, у кого-то всегда. Знаешь, у вас, ну, обычно, кто раньше, вот, футбол играли, ну почти в каждом доме были мечи. Потом не остарели, тот уже не кто-то, то или вообще никого-то. Ну там спросишь кто-то знакомых там. Ну так с пацанами все время же думаешь, вот ты не знаешь, ты знаешь, вон туда, попробуй сходить. Ну и все, и, ну там бабка там говорит, да не знаю, посмотри там в сараюшке что-нибудь такое. Ну, найдешь там старый, вытащишь. Ну, он, конечно, он лопнул так вот. Обычно всегда лопнутый. Ну, все, нарезал, сделал рогатку. И тут мяч отхватал. Что... Ну, это рогатку, а как делали, куда камень закладывать? Из чего делали? Ну, и кожицу. Да, да. Ну, кожица старая, вон, старые ботинки, старые. Ну, что, любое, что такое, кожица. Или вон, вот, голенище, там, что такое, вырезали, и все. И привязывали. А чем привязывали? Ну, как вот так, просто. Кто проволочкой, кто шпагатиком, кто чем. А вы чем? И тем, и другим, и проволокой пробовал, когда нет, то и шпагатом пробовал. Что увидишь, что можно, тем и пользовались. А камень какой у вас был? То, что все валялось. А обычно все же кололи... Чугун. Чугун. Вот старые чугуны. Ходили мы на свалки. На свалках мы всегда находили вот старых вот битые, обожженные эти чугуны. Вот набивали, карманы набивали. Там по воробьям. В вас не попадали? Нет, это ж... А ворон разоряли? Нет. Сусликов выливали? Что? Суслей выливали?
Сусли? Да. А что такое сусли? Ну, значит, не выливай. Суслик. А, суслик. А, ну, у нас сусликов не было. Это степная зона. Это степная, да. А вы на что охотились? В армии, я помню, мы этих ловили, этих сусликов. И вот когда прыжки, вот ловили, значит, ну, кто сумел поймать, ну, часто все поймали. А там только туда, сейчас водички нальешь, это тянешь. Вылезает из другой. И, значит, а там вытяжной парашютик. Вот это вот. Вот тоже идиоты были. Вот это отрезали, это вытяжной парашют от главного. Вот я помню, у нас дня два или три нас это. И нам вдалбливали, что вы делаете это? Под суд всех отдать это. Сначала посадили, но тут что-то час потом. Это майор приподходит, говорит, ладно, ну-ка идите. Чёрт, что у нас ещё там?